Ивановец Никита Лебедев стал серебряным призером первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в минувшие выходные в румынском городе Галац. За титул победителя сражались 265 юношей и 135 девушек из 35 стран. Никита – единственный ивановец, который пробился на этот турнир. Подготовка длилась практически целый год, то есть начиная с самых первых отборочных соревнований на первенство России, там после сборы, после опять соревнования. То есть я к этому первенству Европы шел целый год. К турниру Никита подошел в своей наилучшей форме. Единственное, что могло помешать на пути к пьедесталу – волнение, ведь это его дебют на соревнованиях такого уровня. Я, конечно, чувствовал ответственность. То, что выступаю за целую страну, за свой флаг, за свой герб, за свой гимн. Хотелось выиграть. Мотивация сработала. На турнире Никита сумел провести 4 боя. 2 из них выиграл досрочно. Спорт вне политики, но получилось, что соперником в решающем финальном бою стал боксер из Украины. Мнения рефери разделились, но в итоге европейские судьи присудили победу украинцу. По моему мнению, оказался спорным, по мнению судей тоже оказался спорный бой. Отдали с раздельным решением судей. Ну, что им касаемо именно этого боя, немножко могли отработать лучше и должны были отработать лучше. Но, видимо, ответственность, финал первенства Европы сказался. И получилось, как получилось. Но не расстраиваемся, будем работать дальше, двигаться вперед, то есть учитывать свои ошибки. Победителем себя не чувствую, потому что бой проигранный. Но радует то, что я мог гораздо лучше выступить. То есть это не мой предел. И все же серебро, завоеванное Никитой на первенстве Европы, с примесью золота. Сейчас это пик спортивных достижений парня, но стремиться еще есть к чему. Мечта – дорасти до Олимпийских игр и завоевать право представить на них Россию и одержать однозначную победу. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.